У меня тоже такое предложение. Тут ознакомился с закупками администрации города. Да? 1 300 000 начальная цена контракта на предоставление председателю городского совета депутатов служебного автомобиля на год. 1 300 000. Это, грубо говоря, 5 с лишним тысяч в день. Да, найм автомобиля. Вообще убрать эту статью. Можно на автобусе, в конце концов, поездить. 1 300 000 этот и отправить на проектирование, на доработку этого проекта и так далее. Так, секунду, Лена Анатольевна. Транспортные услуги закладываются не только на председателя городского совета депутатов, но и транспорт, который обслуживает текущую деятельность Арчинского городского совета депутатов. Не только же председатель есть. Еще вопрос, пожалуйста. 6 тысяч рублей в день, хорошая сумма. Можно на такси, я не знаю, все администрации. Можно посмотреть анализ рынка.